дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева из группы поддержки. Заведите себя в кадр немножечко. Несмотря на плохую погоду, несмотря на то, что у меня украли канал, какой-то криптовалютчик из США взломал так как консервную банку, теперь это все заблокировано. Но вот у меня появился резервный канал на телефоне, я могу делать короткие видео, мы все равно выходим в походы свои. Я вот здесь буду сейчас снимать, и девочки мне будут помогать снимать интересные моменты района Кузнецкого моста. Вот сзади за мной находится знаменитый, оказывается, дом Салтычихи. Я и не знала, но у него много домов, но в том числе этот дом. И там где-то во дворах находится пыточная Салтычихи. Ну, что я хочу сказать, я нисколько не расстроилась, потому что, в принципе, это иногда даже приятно, когда тебя выкидывают из зоны комфорта. Когда ты как простой советский пенсионер, с нуля достигаешь компьютер, потом развиваешь свой канал, начинаешь снимать, исследовать, у тебя набирается 55 тысяч подписчиков, и вдруг кто-то приходит, какой-то там этот чмошник, я не знаю, кто, лысый такой, дядя из этого США, я его даже знаю, как его зовут, я все про него изучила, довольно много информации получила про него, ну просто такой вот гницкий, ну такая работа у него, вот этим они плохим делом занимаются. И вот так у него, видимо, действительно не очень хорошо дела идут, потому что лицо у него очень грустно все время. Ну, кому приятно вскрывать чужие каналы? Вот, я не расстраиваюсь, потому что нет худа без добра, я просто это знаю, реально нисколько не расстраиваюсь. Потому что, во-первых, YouTube-канал, скорее всего, восстановит, ну, просто нужно время, какое-то время, месяц, два, три. А сейчас пока вот буду на этом резервном. И плюс надо будет подбить, как раз время появилось для того, чтобы подбить все свои старые материалы, которые у меня там целая куча папок накопилось. Переходите на блоги, переходите в мои соцсети. А мы сегодня пойдем снимать и вот буду делать короткие видео по всяким таким интересным местам, которые, в общем, показывала на своем канале. А сейчас будем просто конкретные места. А так вообще надо с утра, вот советские пенсионеры, которые надо с утра встать, поставить Синди Кроуфорд и сделать под нее зарядку, вот эту вот пам-пам, пабуру-пам, пам-пам, пабуру-пам.